Зарегистрировать аккаунт можно двумя способами – в приложении iTrelight и на сайте Iridium Mobile. Давайте начнем с приложения. Нажмите на кнопку «Регистрация», пишите свое имя и фамилию, укажите ваш e-mail, я воспользуюсь временным, придумайте пароль, обязательно прочитайте правила использования и политику конфиденциальности, потому что, нажимая на кнопку регистрации, вы подтверждаете свое согласие с ними. После этого вам нужно выбрать, кто вы, DIY-пользователь или инсталлятор. В следующих видео я обязательно объясню подробнее, как работает и DIY, и инсталлятор, но если кратко, то инсталлятор, если у вас есть компания, либо бизнес, по установке систем умного дома, и вы составляете эти проекты для продажи. DIY – это если у вас у самого есть умный дом, и вы будете выступать сами себе инсталлятором. То есть вы будете как создавать проект, так и пользоваться им в дальнейшем. Мы выберем вкладку «Инсталлятор». Далее вам необходимо указать страну, регион, собственно, заполнить все наши данные. Начнем со страны. Приглашение вводится, если вы регистрируетесь через авторизованного партнера. Он выдаст вам код. Это обеспечит вам серебряный статус на год и автоматическое подтверждение того, что вы инсталлятор. Если у вас этого кода нет, то в течение суток, если это будни, либо в понедельник, если это выходные, вам перезвонит наш менеджер и проведет стартовый опрос для того, чтобы вы подтвердили о том, что вы действительно инсталлятор, а не пользователь. Если вы эту процедуру не пройдете, то вы останетесь в статусе DIY-пользователя. Здесь мы выбираем систему, которую будем управлять чаще всего. Например, пусть это будет KNX и HTL. На почту нам отправляется письмо. Наш проверочный код. Подтвердить. У нас нет ни одного проекта на облаке, и мы можем создать новый. На этом регистрация завершена, осталось только дождаться звонка.